Всех приветствую, продолжаем знакомиться с творчеством художников Сальвадор Винегра и Ласса де ла Вега, испанский исторический художник и покровитель искусств. Я пользуюсь переводом на Википедии. Родился в Кадисе 23 ноября 1862 года. Начал изучать юриспруденцию, но вскоре решил стать художником и поступил в школу изящных искусств Кадиса, где преподавали Рамон Родригес Барказа и Хосе Перес Хименес. Первоначально он сосредоточился на акварели, и серия работ в этом жанре, которая со временем переросла в альбом, принесла ему первый вкус публичного успеха в 1877 году. В последующие годы он получал различные призы за живопись на региональных выставках, отправился в Рим, где посвятил себя изучению рисунка с натуры. Вернувшись в Испанию в 1882 году, в том же году он участвовал в выставке Эрнандеса, представив в качестве своей работы картину «Внутренний дворик Севильи». Позже другая работа большего масштаба, «Изгиб Лос-Кампоса» в 1800 году, была выставлена на национальной выставке в Мадриде в 1887 и получила первую премию в своей категории. В 1890 получил стипендию для обучения в Академии испанского искусства в Риме, где он проживал до ноября 1896 года, и этот итальянский период стал самым богатым в его обширном творчестве. Его работы, выставленные в Мюнхене, Риме и Будапеште, постоянно воспроизводились, что сделало его одним из самых популярных художников в Европе. В 1897 римская история была выставлена в римском зале Данте и на национальной выставке изящных искусств в Мадриде. Он также появлялся на всемирных выставках в 1898 году в Мюнхене и Вене, где завоевал несколько золотых медалей. Его живопись была разнообразной, всегда в зависимости от характера, заказа или предполагаемого намерения. Он успешно практиковал историческую живопись, улучшая ее с точки зрения цвета и выбора тем, играл с темами народного характера, придавая им величие, и преуспел в продолжении костюмных тем, которые, с другой стороны, в соответствии с его образом жизни, были наиболее востребованной публикой. Поселившись в Мадриде, Винегра был назначен заместителем директора и хранителем городского музея Прадо в 1898 году. За это время он стал известным покровителем искусств. Будучи самым известным виолончелистом, он оказывал особую поддержку музыкантам. Среди его бенефициаров был композитор Мануэль дель Фалья и виолончелист и дирижер Хуан Руис Кассо. Умер в Мадриде 29 апреля 1915 года. Ну, так немного о испанском историческом художнике и покровителе искусств Сальвадор Винегра и Ласса де ла Вега. Пока-пока, до свидания, смотрим работу.